В Чите определили лучшего тренера 2013 года. Напомним, что городской конкурс профессионального мастерства стартовал еще в начале октября. За это время прошли заочные и очные этапы. В нелегкой борьбе определился один победитель. 8 тренеров-преподавателей вышли в финал городского конкурса «Тренер года 2013». В этот день им предстояло преодолеть 2 серьезных испытания. Первая – презентация о себе, своих спортивных достижениях. Во втором конкурсе тренеры показали, как они умеют работать с детьми, причем не знакомыми. Жеребьевка определила инвентарь для упражнений: набивные мячи, гимнастические палки, степ-платформы. По итогам всех этапов и испытаний наибольшее количество баллов набрала тренер-преподаватель спортивной школы номер 2 Наталья Каверзина. Говорит, что 16 лет своей карьеры шла к званию тренер года. Эмоции меня просто переполняют. Я не ожидала, что я смогу выиграть этот конкурс. Конечно, хочется сказать мне огромное спасибо нашей администрации, моим ребятам-воспитанникам, которые поддерживали меня все это время. Если бы не они, я бы не стала лучшим тренером года. Все конкурсанты получили дипломы и подарки.